Всем привет, всем здравствуйте. Как и обещала, сегодня прямой эфир по Ace Base. Это базы, которые закончились первые несколько дней продаж. И мы целый месяц, по-моему, ждали, когда же придет сырье, чтобы заколировать новую партию. И вот сейчас в продажу поступила новая партия Ace Base. Ее очень ждали. И сейчас я проведу эфир вместе с Настей Чулюбеевой. Она мне сейчас на мою руку как раз нанесем 5 оттенков. Всего вышло 6 оттенков. Так. А, какие вопросы самые основные вот сейчас задавали, пока последние 3 дня я выкладывала сторис и анонсировала прямой эфир по Ace Base и о том, что они уже есть в продаже на amyshop.ru, и в том числе и у всех наших представителей, у дистрибьюторов Ace Base есть в наличии. Все спрашивают сейчас за 15 мл. Здесь так же, как и с файбербазами, обычно всегда первые партии, они идут обкаточные на маленьком объеме. И обычно 9 мл первое время продается, а потом смотрим, если продажи хорошие, есть потребность, а сейчас это уже видно, потому что они заканчиваются, буквально несколько дней проходит, и у нас на ростовском складе уже нельзя купить, купить уже только можно в интернет-магазине, либо у наших представителей. И сейчас уже видно, что 15 мл Ace Base они обязательно будут. Вот, поэтому сразу говорю на вопрос 15 мл, когда будет. Надеюсь, что в середине декабря будет уже 15 мл. Вот сейчас пришла партия на такой вот объем колировки, чтобы сделать можно было такое хорошее количество 9 мл. Поэтому сейчас вышла Ace Base, дополнительная партия 9 мл. Поэтому смотрите, кто не успел купить в прошлый раз, я вас сразу предупреждаю сейчас, что это такой продукт, который очень быстро заканчивается, потому что он новый. Есть уже поклонники этой формулы. Я сейчас как раз более подробно расскажу, для каких ногтей эта формула, кому она понравится. В любом случае, это не для всех 100% клиентов. Всегда есть разные формулы, подходят под разные показания. И Ace Base тоже есть определенные показания, для кого она прям вот подойдет и кто в нее прям влюбится. Вот. Это цветная база. Сейчас будем рассказывать. Ну, давайте я сейчас тогда переверну экранчик. Вот тут у меня, видите, Настя сидит, колерует. Так. Привет. Так, ну что, давай показывать. Так, чуть повыше только. Угу. Сейчас мы фильтр отключим. Значит, это цветные базы. У нас цветные базы есть на основе формулы Twini. Это больше каучуковая формула базы цветная. Да? Twini гель есть в банке, и Twini есть именно база гель-лаковая в бутыльке. Это сейчас новая формула, это жесткая база. Мы еще называем вот Ace Base для домохозяек. Вот здесь такая формула в основе. При полимеризации она дает очень жесткий каркас. И мы прозвали эту базу для домохозяек. Мы рассчитывали, что эти цветные базы будут в основном использоваться на небольшую длину, когда нужно сделать очень быстрое скоростное укрепление. И когда плотность пигмента такая, которая нивелирует линию гипонихия, да, потому что в большей части цветные базы, которые продаются, они красивые, с легкой прозрачностью. И вот на очень маленькую длину, короткую, не всегда подходит. Слушайте, хотела показать, сейчас я вот покажу, я дочке сделала недавно Ace Base. Мы, правда, планировали с ней сделать серый оттенок. Блин, я удалила, по-моему. Катя, зачем ты удалила ее маникюр? Точно, я удалила его. А сделали не серый? Нет, мы сделали вот этот бежевый оттенок. И у нее ногти короткие-короткие. И вот чем хорошо, вот когда короткая, маленькая длина, вот обычные цветные базы, они не камуфлируют. Нужно все равно брать цветной гель-лак и покрывать цветным гель-лаком. Вот у Ace Base такая плотность, что он перекрывает линию гипонихия. Вот в этом особенности плюс.
Прозрачная будет, сразу говорю, потому что мы сначала, видите, цветную сделали, а потом поняли, что нужна еще прозрачная, потому что, ну, реально это будет база, мы ее, наверное, даже будем называть база для домохозяек. И вот этот Ace Base – это база для домохозяек. Вот реально, если мои подружки, которые не делают ногти в салоне, купят себе эту Ace Base, просто покроют даже без моделирования в два слоя, оно у них реально вот, ну, 3 недели спокойно простоит, даже с их неумением правильно моделировать. Да, они очень плотные. Так, ну что, давай начнем. Смотрите, первая коллекция вышла пастель. Ну, мы всегда сначала пастель, и надеюсь, что либо в конце года, либо в следующем году будут темные оттенки. Будет черная, красная, темно-бордовая. Чем отличаются от хард-базы? Смотрите, хард-база – это классический гель, жесткий, нерастворимый. Ace Base – это гель-лаковая жесткая база. Это соков, это растворимая база. Ну, давай, так, начнем. Только камеру выше. А, тебе неудобно? Да, да, неудобно. Сейчас так хорошо? Ну, попробую, да. Так, первый слой, смотрите, здесь у нас уже обезжиренная поверхность, ну, простите за наш стол рабочий. Да, мы уже Nail Prep нанесли. Nail Prep нанесли, ультрабонд нанесли. Мы ультрабонд нанесли на нижнюю часть, да, вот здесь везде внизу у меня нанесен ультрабонд. И теперь наносим, сначала наносим, девочки, тонкий всегда слой, для того, чтобы, во-первых, цвет был плотный. С какого? С первого прямо начинаем? Чтобы, ну, давай с первого. Чтобы цвет показывай, был, во-первых, цвет плотный. Во-вторых, чтобы, если где-то у вас погрешности моделирования, чтобы первый слой у вас не собирался ни в коем случае от боковых валиков от торца, если вдруг вы долго будете возиться с ним. Поэтому всегда старайтесь наносить в два слоя такие оттенки. Здравствуйте, почему эти базы дороже классических камуфляжей? Смотрите, это новая формула. И мы здесь использовали сырье, ну, во-первых, опять же, оговорюсь, европейское сырье. И здесь использовались ингредиенты, которые обошлись компании дороже, чем обычно. Здесь изначально композиция, скажем так, химическая формула обошлась нам дороже, чем обычно. Вот, поэтому эта база дороже, это раз. Во-вторых, вы должны понимать, что мы та компания, которая очень много лет практически не поднимали цены. При том, что сырье мы закупаем за евро, большая часть сырья у нас закупается за евро, даже не за доллар. А вы понимаете сейчас, какая стоимость, она за последние 3 года жутко выросла. И, соответственно, много новых продуктов, которые мы закупаем с очень высокой себестоимостью. Вот. Поэтому, да, эта формула чуть дороже, потому что она обошлась намного дороже, чем предыдущие формулы. Что на мизинце желтое у меня? Девочки, у меня правая рука, в отличие от, вернее, да, в отличие от левой, правая рука для тестирования. Я здесь все тестирую. Она у меня убитая, перепиленная просто. Тут, кто помнит, когда я проводила марафон, эта бедная рука, я ее спиливала раз в 2 суток. Я, короче, ну, мизинец угробила просто. Смотрите. Вот сейчас вот кто-то пишет, Юля П. Арт, на клиентах наносится хорошо, но я кроме акригеля даже Ace Bat не могу носить сама. Поймите, не бывает универсальной формулы, которая подходит абсолютно для всех 100% клиентов. Есть клиенты, кому идеально по показаниям подходит классика. И я за классику. И я обожаю классика. Какие бы формулы мы сейчас баз гель-лаковых не выпускали, я вообще считаю все равно, что лучше классики, чтобы иметь 100% лояльную клиентскую базу и 100% возвратность, лучше классики ничего нет. Вот. Поэтому клиентов, их такое количество, с такими разными ногтями, что, вот поймите, нужно всегда иметь ассортимент разных, те же баз классических,
той же классики, потому что классика же, она тоже разная бывает. Ты должна уметь работать со всем материалом, да, с любым материалом. И нужно где-то акригели, где-то верхние формы, где-то, ну, все должно быть в арсенале, если вы хотите выйти на топ-уровень и иметь лояльную клиентскую базу. Вот. Поэтому нельзя использовать одну формулу абсолютно всем клиентам. Вот. Есть кому, например, идеально подходит формула Fiber базы, да, и, возможно, этим клиентам Ace Base не подойдет. И наоборот, возможно, у тех у клиентов, у кого Fiber база там не стоит, не подходит, им, возможно, нужно делать вообще классику. Или, например, им подойдет Ace Base, понимаете? Я, допустим, не ношу вообще ничего, кроме классики. Ace Base стоит, но вообще, в принципе, гель-лаковая система у меня никакая не держится. Хотя я сама мастер. Вот, поэтому на вопрос, вот здесь вот кто-то писал, что нанесла клиенту тонким слоем, и через неделю у нее отвалилось все пластом. Вот, ну, нужно, во-первых, смотреть. Возможно, этому клиенту нужно обязательно ультрабонд наносить, обязательно nail prep наносить, что, возможно, недостаточно просто обезжирить, нужно дегидратант обязательно использовать. Здесь нужно, возможно, опять же, прям сильно тонкий слой был. Да, или, возможно, ну, слишком уж тонко. Я, конечно, в восторге, и мне чем нравится Ace Base, то, что у них при тонком нанесении очень жесткий каркас. Ну, в рамках разумного, конечно, это прям не классика. Жестче классики все равно ничего нет, особенно вот акригель. Это, наверное, самый жесткий материал с акрилом, который сейчас есть. Вот, но если брать вот вообще на рынке базы гель-лаковые, то Ace Base, она относится к категории жестких баз, поэтому мы ее прозвали база для домохозяек. Она терпит ошибки и недостатки в работе начинающих мастеров. В чем это выражено? С одной стороны, она средней вязкости. Да? Для начинающих совсем мастеров, возможно, будет не совсем комфортно, потому что нужно быстро уметь работать, если вам захочется сделать каплей моделирование. Да? Но зато, если наоборот вы сделали недостаточное моделирование, где-то не хватает толщины по бокам, в зоне апекса, она терпит эти недостатки, эти ошибки, потому что она имеет жесткий каркас. Спиливается она, кстати, комфортно, пилится как классика. Нет, они не жгут. Кстати, вот смотрите, они у меня сейчас очень перепиленные ногти. Вы себе не представляете, у меня ногти сейчас реально тряпки. Я вот сейчас, вы спросили меня, они жгут, и я поняла, что я даже руку не дернула ни разу. Ну как, тепло. Тепло я чувствую, но при том, что вот насколько у меня сейчас тряпки, перепиленные ногти, ну как, они не горячие. И у них, несмотря на то, что пигмент, у них очень хорошая адгезия. Мы их, вы видите, что мы их наносим без базы, без прозрачной подложки. Но прозрачную наносим. Обязательно сделаем. Сейчас прям большой запрос идет от девочек, кому Ace Base понравилось. Все просят, сделайте прозрачную. Вот. И вот сейчас практически закончили там кое-что, мы сейчас исправляем. И, скорее всего, композиция будет скоро готова по прозрачной формуле Ace Base. И тоже поступит в продажу со следующего года. А, базы классные, сделала четырем девочкам, относили они хорошо, но снимается она как-то странно, причем пробовала разными фрезами. Смотрите, девочки, вы должны понимать, что очень высокая пигментация пигмента, очень много пигмента. И, конечно, вы должны понимать, путем размачивания снять такую базу, ну, это будет очень сложно, это практически невозможно, потому что пигмент, неважно какая формула гель-лака, пигмент цветной препятствует размачиванию. Но как мы делаем? Смотрите, я фрезой, получается, снимаю практически до тонкой-тонкой пленочки, чтобы ноготь натуральный не зацепить. Вот эту тонкую-тонкую часть оставляю, замачиваю фольгу ровно 5 минут, потом беру вот такую пилку, либо белую мягкую сторону 180, либо беру вообще пилочку для натуральных ногтей, сторона 180 тоже. И вот этой стороной 180 аккуратненько прям спиливаю, и она, знаете, она как пленка такая резиновая снимается, и при этом не повреждает натуральный ноготь. Ну вот смотрите, в тонкое нанесение. Да, это сейчас очень тонко. Смотрите, у меня еще трамплины, видите, аж и вмятины. На некоторых пальчиках, возможно, придется и третий слой добавить.
потому что тут прям... У меня трамплин. Трамплины, плюс они еще и перепилены, и будет в две капли сложно, вернее, в одну каплю сложно выложить. Базы у Amy Bass из Base нет кислотности, это бескислотные базы. Очень красивые цвета, много имею красивых баз, надо попробовать ваши. Попробуйте, здесь даже дело не в цвете, смотрите, ASB, здесь оттенки я сделала достаточно базовые, ну, потому что все равно самой большой популярностью пользуется пастель. Вот. Самый популярный, конечно, цвет, я уверена, здесь будет белый, потому что он реально выглядит как гель-лак белый, это очень удобно, особенно кто слайдерами работает. Смотрите, вам не нужно белую подложку наносить, вам не нужно топ-слайдер наносить, вы сразу... Сделали моделирование базой белой, просушили, и можно сразу же слайдер приклеивать. Представляете, какая экономия времени, вот кто работает слайдерами. Вот для этой белой эйс базы, бля, не испачкалась. Смотрите, здесь целенаправленно делаю не полный слой, потому что просто он начнет растекаться. Нет смысла делать огромную каплю на трамплинах особенно. Евгения спрашивает, бескислотных баз не бывает. Смотрите, pH у наших Ace Base в пределах нормы. Бескислотных не бывает, но есть показатель просто либо норма, либо выше кислотность. Эти прям вообще, это новая формула, очень безопасная. Плюс сырье новое, использовали с нового завода в Европе, европейский завод. Смотрите, какой цвет красивый. У нас не было еще этой формулы, и сырье, которое мы здесь использовали для колеровок, это все новое. Последние препараты. Здесь именно уникальность в формуле. Хорошая формула, мне понравилось то, что получилось сделать, несмотря на то, что это гель-лак, что это соков, вот такой хороший гелевый каркас жесткий получается. Катя, скажите, пожалуйста, гели цветные будут? Смотрите, вот в таких оттенках, вот прям один в один, скорее всего, нет, но выйдут... В формуле в нашей классической твини геля. Кто работает твини хард в банках классикой, это цветные гели. Очень классная формула, мы бы ее не хотели менять и не планируем. Вот на основе этой формулы выйдут оттенки. Какие, Настя, там выбрали оттенки? Желтый, розовый. Сиреневый, по-моему. Сиреневый, голубой. И какой-то... Оранжевый. Вот. Вспоминаю, они у меня на руках. А, точно, у тебя же они на руках. Да. Но показывать не буду, потому что там уже просто трэш. Я уже хожу с ними долго, все подрастало, 10 раз экспериментировала, перепиливала. Евгения говорит, что так бы сразу и сказали. Ну, простите, девочки, если ну, не объяснили сразу про кислотность и про pH. Вот, зато у нас скоро, кстати, в банках выйдут камуфляжи, три оттенка. Вера Мирошиченко, кстати, их уже показывала. Кто, кстати, в банках работает классикой, ждите расширения линейки. Вот на днях скоро, или когда, подожди? Ну да, вроде. Уже скоро, да, потому что мы уже эфир на имя Official проводили по ней. Все, ты уже даже показывала, да. Так что классика у нас в банках, там три камуфляжа новых появилось. Там белый такой яркий появился. Под файбер, под 0,2, да, такой белый гель. Молочный. Хорошо просыхает, если моделировать на трамплины. Смотрите, ну вот у меня трамплины. Понятно, что если вы прям жирно нальете, она, во-первых, у вас течет, да, и может не просохнуть. Ну, в принципе... Нет, девочки, хорошо не просыхает. Знаю, мне кажется, хорошо просыхает. Единственный момент, то, что я не хочу, чтобы она стекала, потому что здесь прям трамплины жесткие, и плюс они, видите, они же перепиленные, и прям трамплин-трамплин. Поэтому мы... Плюс под камерой неудобно. Я чисто из-за этого буду наносить некоторые ноготочки в три слоя, а так в два слоя вообще большая капля, прям даже большая капля я наносила, я работаю на клиентах, все сохнет отлично. Вот Настя ответила на вопрос насчет просыхания.
Состав 7 фри, многие делают 9-11 фри. В чем отличие? Блин, я называю это маркетинг, честно. Вот, девочки, это просто маркетинг. Катя, два тонких слоя покрываете базу. Ну, смотрите, у меня трамплинообразные ногти, плюс перепиленные очень. У меня там вот на мизинце вообще аж яма была. Я до такой степени перепилила, потому что я же там экспериментировала с типсами. И Настя, чтобы у меня она не стекала, она где-то будет делать три слоя. Опять же, все зависит от вашего мастерства, девочки. Вы же все разные, мы все разные, все по-разному умеют работать разной вязкостью. Здесь вязкость такая средняя, они не нельзя сказать, что они сильно жидкие, но нельзя сказать, что они сильно густые. Ну, как медиум примерно по консистенции. То есть, если вы спокойно медиумом работаете, вам не составит труда смоделировать и эту базу. Если вы работаете макси, то вам может показаться, что они немножко пожиже. Кто-то пишет, что уже заказал все. Держит такую длину? Да, девочки. Причем мы, когда снимали контент, вот у меня сейчас в сторис периодически видео красивые, как девушки бокалы держат, играют в покер. Там ногти вообще нарощенные. При желании, если вы сможете вот такой вязкостью, можно даже наращивание сделать. И ногти получаются очень тонкие Ace Base и при этом очень крепкие. Но только, девочки, пожалуйста, не пятерку. Не пятерку, да. Ну, в пределах разумного. Да, но мы там в пределах гель-лаковых ногтей. Да, мы там наращивали 2,5, Настя. И очень комфортно. 2,5, да. Но вот четверку, пятерку вообще. Вот, ну, во-первых, это очень дорого, честно говоря, гель-лаковой базой наращивать. Это уже лучше, да, покупать классику в банках. И уже акригелем делать... нарастите, а сверху моделируйте все, что хотите. Можно в один слой, но потолще, если его нанести. Можно. Надо пробовать. Можно, в принципе, ну, опять же, зависит от вашего мастерства, потому что база, она средней вязкости, она не сильно густая. Вот здесь вот уже толстый слой, Кать, печет. Кто-то пишет, ничего мне не печет, ну, Настя, вот серьезно. Видите, ну, как девочки, бы горячо, меня но горячее. Даже не горячо, это тепло. Тепло, да. Тепло. Может быть, на каком-то пальчике вы вытащите руку из лампы. Короче, Ace Base можно сделать очень тонкие ногти. Мне вот что понравилось, вот реально можно сделать очень тонкие ногти. Даже нарощенные ногти небольшой длины, они получаются очень тоненькие. Ну вот, по факту мы сейчас то, что сделали на мизинчике, на среднем, где прям трамплины, у нас недостаточная толщина. Визуально они смотрятся еще недоделанными, но Катя с ними спокойно проходит и месяц. Потому да. что толщина есть, и они жесткие. Горизонтально. У меня при легком ударе лопнуло горизонтально. Ну, значит, слишком тонко. Везде должно как предел разумности. Если вы нарастили, именно нарастили слишком тонко или укрепили слишком тонко, ну, это ж не волшебный материал все-таки. Должна быть такая разумность в толщине. Что делать, если аллергия на вашу базу? Честно сказать, первый раз такое. Девочки, смотрите, у нас баз, формул очень много. Поэтому, смотрите, с первого по восьмую это одна формула. Возьмите, попробуйте базы гель-лаковые, которые с 9 по 13. Это вообще другая формула, другое сырье. Файбер базы, это вообще третье сырье, другая вообще совершенно очень безопасная формула. Ace Base, это вообще какая-то уже, это уже четвертая. Хард база, это пятый вариант формулы. Формулы, они все разные. У них Твини, шестой. Твини, да. Ну твини очень похожи все-таки на с первого. Нет, на нет, камуфляж. Нет, формула твини гель-лак похожа с первого по восьмую формулу, поняла? Снимать? Нет, девочки, зачем размащиванием? Ну, машинкой лучше снимать. Зачем? Аппаратом самый комфортный вариант снятия. Да, вот кто Beauty Nails Доброва пишет, если есть расположенность к аллергии, то лучше перейти на гель. Все правильно, я тоже так считаю. Вообще, мы, когда работали только на геле, девочки, и когда не было гель-лаков, честно, практически аллергия, она встречалась очень редко. Ну, вот нет такого, как сейчас, повальная проблема.
Поэтому я всегда говорю, если на гель-лак аллергия, то классика. А если уже на классику аллергия, ну тогда ничего. Значит, носим просто натуральные ногти. В организме, что там? Твини есть база гель-лаковая, и Твини есть классические жесткие гели в банках. Название одно, но есть гель-лак, а есть жесткие гели в банках. Файбер базе стекловолокно. Может на него реакция? Это индивидуально. Нет, там такое стекловолокно, на него реакции не будет. Это знаете, вот на чем бывает реакция? На стекловолокно вот то, что мультиформы, старое поколение файбер гелей. Вот там волокно, оно такое больше чувствуется при опиле, а в наших файбер-базах такое синтетическое волокно вы даже при пилёжке не чувствуете этого. Для меня файбер густовато очень. О, ну вот смотрите, Виктория, если для вас файбер-база густовато, то тогда Ace Base вам понравится. Да, потому что кто-то наоборот пишет, файбер-база идеальная консистенция, а Ace Base для меня жидковато. Поэтому смотрите, всегда под любой продукт найдутся и клиенты, и найдутся мастера. Потому что не бывает, понимаете, одной формулы, которая по показаниям подходит идеально всем 100% клиентов. Такого не бывает, понимаете. Всегда нужно в арсенале иметь несколько разных формул. И еще классику иметь. Не только классику, например, такой вязкости, а там и гель-желе, и те же прозрачные классические гели, они же бывают помягче, пожестче, даже в Эми, да, есть Клер гель, есть Изи Ван гель, понимаете, и они все разные. Акри гель, это тоже классика, и это совершенно уже другой продукт. Да не надо, Настя, да, у меня все это будет стоять прекрасно. Давай что, Текласом, давай нанесем Теклас. Не дали мне домоделировать, конечно. Ну вот, Софи Фролова вот правильно пишет тоже. Да, вот ей наоборот файбер-класс, а Ace Base жидковато. Вот, ну смотрите, почему такая консистенция у Ace Base? Я преследовала цель, чтобы можно было делать на короткие ногти. Вот я на днях выложу, обязательно даже сегодня выложу ногти своей дочери. Вот я ей покрыла, длина 0. Ну, много же клиентов, кто приходит с длиной 0, и они ходят исключительно с длиной под гипонихию. И таким клиентам цветную базу вы ее просто не сделаете, не будет красиво, потому что не будет достаточно количества пигмента в такую толщину, потому что толщину мы делаем в этом случае небольшую. Вот. А здесь получается Ace Base, такая пигментация высокая, что позволяет делать комфортно на маленькую длину. Эфир если обязательно они сохраню. Не просохнут, если они будут густые. Это же пигментированный баз. Да, потому что, девочки, пигментация такая большая, что если бы они были гуще, вы бы фигачили бы огромную толщину, и оно бы просто не просохло. Ты все правильно, Настя, сказала, что при такой пигментации нужна была именно такая вязкость. Если хочется длину чуть побольше, ну просто сделайте дополнительное количество слоев, и все. Консистенция похожа на камуфлирующие базы. Ну, в принципе, да, мне кажется, вот как первая, ну, да? С первой по пятую, да. Пятую, вот такая примерно консистенция. Может, чуть-чуть погуще. Даже погуще, да? Думаю. Мне кажется, там даже чуть пожиже, да. Вот которые в новой формуле, они чуть-чуть даже пожиже, по-моему. Катя, а дочки вы покрывали с укреплением? Смотрите, у моей дочки трамплин очень сильный, очень похоже... Нет, у нее еще хуже ногти, чем у меня. Ну, я просто как два тоненьких слоя нанесла с легким моделированием в центре. Ну, там даже, знаете, там даже моделирование невозможно сделать, потому что детские ногти, ложа маленькая, трамплинообразная. Ну, я покажу. В общем, Ace Base, смотрите, это для небольшой длины. Ногти реально можно сделать за 30 минут, потому что не нужна прозрачная подложка, не нужно делать цветное покрытие. Это такая, знаете, палочка-выручалочка для какого-то определенного процента ваших клиентов. Скажите, пожалуйста, Finish Made гель, что это? Она у меня стоит, не знаю, что с ним делать. Это классический финишный матовый гель.
И он дает эффект сатина. Вот, это когда-то у нас был в продаже такой финиш. Вот, он дает эффект сатина. Ну, не знаю, хороший финиш, но он, единственное, что он сатиновый, понимаете. Сейчас, конечно, вот то, что в гель-лаковых базах, вернее, в гель-лаковых топах такая матовость офигенная, в классике такого не бывает. Вот, поэтому в классике он сатиновый. Ну, в основном уже все перешли на велюр, даже в классике. Да. Ко мне сейчас на укрепление и ремонт с удлинением идут женщины. Да, можно делать и удлинение, потому что вот мы и наращиванием этой базой. Просто наращивать, ну, нужно быть готовым, что жидковато для наращивания, но классно все равно, крепкие ногти получаются. А другие цвета в Эйсбейс будут? Да, будут и другие цвета. Доращивать длину можно, но неудобно. Ну, я бы не сказала, что прям неудобно. Ну, не знаю, нормально. Это все зависит от мастерства мастера. Возможно, новичкам, начинающим, будет, ну, некомфортно. Усманова Танзилия. А я вот хотела узнать, когда я получу сертификат. Так, Танзилия, напишите мне в директ по этому вопросу, и я тогда, ну, как вы мне конкретно прям напишите, там онлайн обучение, живое это обучение, какой курс, когда начали проходить и так далее. Другие цвета яркие будут? Да, будет черный, красный, бордовый, синий. Я только зашла, у меня розовый пузырит, так обидно. Ну, это значит очень что-то или толстый, или лампа, может быть, не тянет, не просыхает. Не знаю, я не сталкивалась с таким. Катя, подскажите цену, пожалуйста. Ленушапа, спасибо тебе большое. Она все время пишет, сколько стоит. 9 миллилитров 900. Спасибо, девочки, что пишете. Спасибо большое. Очень красивые. Катя, так эту базу не пилят, верно, если вдруг неровно? Почему пилят? Она шикарно пилится. Настя просто не пилила, но я ее обожаю пилить, я вообще пилю. Потому что я, конечно, не такой профессионал, как Настя. У меня уже навык моделирования, особенно такими жидкими продуктами, как базы гель-лаковые, у меня, конечно, уже упал. Потому что если я делаю, то мне допиливать надо. Конечно, пилится комфортно, шикарно, как гель. Мне, кстати, напоминает, вот реально, когда ты пилишь, и вот по крепости они вот прям гель напоминают. Топ Ультрашайн печет. Да, печет, потому что это стеклообразный топ, но зато он меньше зацарапывается, чем обычные гель-лаки, гель-лаковые топы, потому что они в основном такие больше каучуковые, резиновые гель-лаковые топы. А ультрашайн, он как стеклообразный топ. И, конечно, стекло, если его чуть-чуть где-то нанести больше, чем надо, будет прям горячо, но зато плюс. Но он идеальный. Вот Настя просто его любит. Я обожаю его. Да, зато он идеальный в плане носкости. Просто знаете, что он горячий, и будьте внимательны. Там. Предупреждайте клиента, чтобы просто вытаскивали ручку, не ждали. Да, буквально через 2 секунды лампу, из лампы достали и положили обратно все. Благодаря чему они такие стойкие? Эйсбейс формула. Разрабатывали формулу год. Я же год где-то кормила обещаниями, что скоро выйдет новая формула. Вот. Потратилось просто очень много времени. Здесь пошли в составе продукты новые. Новые ингредиенты, которые появились сейчас на заводах производителей сырья. Вот, в Европе. Просто из-за пандемии немножко у них обороты по работе спали, потому что им сложнее работать в пандемию, и после пандемийный период было. Вот, поэтому новая формула, в составе новые ингредиенты. Получилось сделать жесткую базу, несмотря на то, что вязкость, видите, такая жиденькая, пилится он как жесткий гель. Ну, маслица для комфорта. Нет, финиш мне сейчас использовала Настя Теклас, он без липкого слоя. Здесь, смотрите, даже если вы не очень толсто смоделируете, ультрашайн будет стоять. Смотрите, девочки, у нас есть, вот мы, кстати, им редко работаем. Настя, у тебя есть вот наш топ с липким слоем гель-лаковый? Бриллиант? Нет, нет, вот наша...
классический топ наш, обычный, здесь Эми Лак, да. Вот я вам сейчас покажу топ. Мы им просто почему в эфирах не работаем? Потому что он с дисперсией. А в эфире нужно быстро, чтобы не обезжиривать ничего. Но самый классный топ, который я всем рекомендую, вот прям вот, это просто топ Эми Лак. Он с липким слоем, он и не печет, и он не такой каучуковый и резиновый, как Т-класс. И у него достаточно хорошая устойчивость к стираниям. Ну, такой хороший, добротный топ. Вот прям вот хороший топ. Мы просто в эфирах не работаем, потому что обезжиривать дисперсию надо, снимать, дисперсию, да, нужно снимать. На самом деле, ну, снять через 2 минуты дисперсию — это не проблема. Поэтому вот кто спрашивал сейчас за топ, вот этот топ с липким слоем. Он много лет в нашей линейке. Мы несколько лет назад поменяли у него формулу, его где-то год не было в продаже, и вот несколько лет назад он появился снова. И... Если да? не вот этот и не вот этот, никакой из них не подходит, значит, вот классика. Да, вот этот наш классический топ с липким слоем Эми Лак, гель-лак. Ультрашайн надо покрывать тонко, тогда не печет. Все правильно, Анна. Т-класс все правильно, без липкого слоя. Ну, вот, смотрите, наши оттенки. Мне еще свидетельство не выслали, сдала в пятницу итоговый. Смотрите, девчонки, по онлайн, пишите в директ, у меня там девочка сидит, она сразу же менеджерам по обучению передает. Ну, как правило, просит еще сотовый ваш. Кто-то пишет, я супершайном покрываю, все правильно. Вот Настя тоже любит ультрашайн. Ну, он идеальный. После просушки на Ace Base появляются как будто комочки. Не поняла, что это. Это значит 100%. Либо лампа слабая, и она не тянет эту пигментацию, не просушивает. Ну, либо реально так толсто нанесли, что она просто не высыхает. И оно как бы изнутри вот так, этот непросохший гель. Ну, вот вы видели, сейчас я в каплю наносила. Да. Средняя капля. Ну, как бы нам недостаточно, трамплинчики мы не убрали, но тем не менее все просохло идеально. Это гель-лак. Смотрите, гель-лак, но у него очень жесткий каркас. Я называю чем-то схож с классикой. Каркас такой прям, ну, прям хороший, жесткий каркас. Пилится тоже, как классика. Но это гель-лак. Да, и вот. И смотрите, вот здесь вот мне Настя практически, ну что тут, 2 тонких слоя мне нанесла. Вот смотрите, вот я пытаюсь гнуть, а он не гнется. Обычно у меня гель-лак, он прям вот гнется. Видите? А здесь, ну, прям, ну, не там знаю. Сбоку мне хочется вот это вот. Тебе надо было взять, надо было допилить. Смотрите, мы с Настей сейчас сделали без запила, но они очень хорошо пилятся, как гель. Конечно, да, можно было вот указательный чуть-чуть вот здесь попилить. Ну, ничего страшного, мне так тоже все нравится. Можно пилить, мы просто быстро наносили. По факту их можно пилить, если где-то у вас что-то... Скажите, пожалуйста, почему на коллекции Ричи с белой, с блестками после просушки стал желто-зеленым? Он должен восстановиться. Он восстанавливается минут через 20, через 30. Там ничего страшного, девочки. Даже на гель-лак бывает наношу, хотя знаю, что больше для твердых систем. Это я не поняла, Кристин. Ультрашайн. Да. Подскажите, у них есть приятный запах? Ну, нет, я здесь не стала делать эту отдушку. Нет. Ну, они пахнут не как обычная база. Мне нравится такой запах химический, но он какой-то не, ну, не приятный, резкий. Да. Приятный, кстати, запах нормальный. Ультрашайн сушу на пониженной мощности вначале. Все правильно, кстати. Хорошая идея. Ультрашайн сушить сначала на 30 секундах, где вот для баз сделано, где пониженная мощность. Правильно. Ну да, кнопка топ. Разница со слайдером топом есть? Да, есть. Смотрите, топ-слайдер, он гибридный топ. Он с липким слоем, но он гибридный. Что значит гибридный? Там в составе есть лак. А этот прям классический гель-лак. И если сравнивать, он более жесткий. Это более мягкий и будет, значит, легче подвержен нагрузке. А этот более жесткий, значит, будет более устойчив к стираниям.
Вот кто-то пишет, да, хороший топ-гель. Это прям вот универсальный. Просто многие, так как в линейке сейчас очень много топов, а в эфирах инструктора очень редко ими работают, вот подзабыли за него. А когда-то же это был только он, и помню, у меня был, и вот Теклас. У меня же больше ничего и не было, когда мы только линейку выпустили. Это очень хороший топ. И Теклас еще сначала был, помните, вот этот наш стеклянный, который гелевый Теклас, этот потом уже появился. Может ли быть аллергия на базу Макси Скульпт? Девочки, аллергия может быть на все, даже на классику. Понимаете, сейчас такая экология. Ведь аллергия, понимаете, дело же не в материалах, а дело в иммунитете. И иммунитет сейчас у большей части населения очень сильно понижен. И что очень легко провоцируется аллергия. Начинается там с пыли и заканчивая химическими материалами. Их прям видно, какие они плотненькие. Накупила красок, 3 набора, еще не пробовала. Красками можно. Так, ладно. Я тогда, смотрите, отвечаю на ваши вопросы. О, смотрите, я без фильтра. Как вам я без фильтра? Слушай, Настя, не могу по ним где закрепить надо, не вижу. Значит, красками можно вместо лака пользоваться. И какой лучше кисточкой? Вы, наверное, имели в виду гель лака. Смотрите, краски гелевые спокойно можно использовать на ногти, сделанные базой гель лака. Но если они совсем тонко смоделированы гель лаком, лучше не рисковать. Хотя вообще краски гелевые, они вот так в баночках продаются, да? Раньше они в тюбиках продавались. Есть еще, кстати, краски в тюбиках продаются, не везде. Они достаточно пластичны и подходят как покрыть гель-лак, так и покрыть классику. Кисточку используем обычно овал номер 4, либо номер 6. Вот плоская овал. А для слайдера есть топ, как он называется? Слайдер-топ. Вот он называется топ-слайдер. И как я и сказала, вот, кстати, смотрите, Ace Base. Очень классная подложка для слайдеров. Представьте, вы делаете сразу фон. Это у вас и база, у вас это и скульптура, у вас это и цвет. У вас это уже подложка для слайдера, потому что все-таки же база, у нее хорошая остаточная такая клеевая пленка остается, на которую круто приклеивать слайдер. Слушай, надо прям прямой эфир провести. Так, прям напомни. Следующий вторник на моем аккаунте. Прям возьмешь на себе, сделаешь моделирование базой Ace Base белой и сделаешь дизайн со слайдерами. Потому что это реально экономит время. Вот кто, когда вам нужно быстро сделать ногти сложные с дизайном, вот Ace Base — это палочка-выручалочка будет. Все, я забуду, Настя, а ты запомни. Хорошо. Кто-то пишет, я тоже люблю Ultra Shine. Называется топ-слайдер. Ну да, я уже ответила, топ-слайдер. На топ-слайдер мы клеим. И вот сейчас я вам предлагаю еще клеить на Ace Base. Это очень удобно. А в какую цену этот топ? Сколько у нас стоит топы? По-моему, по 850. Сейчас я скажу. Сейчас мы скажем. Топ-слайдер? Комочек этот жесткий, спиливается очень хорошо. А лампа у меня новая. Значит, смотрите, Виктория Нейлствер. 100% было слишком жирно, что это, знаете, вот когда полимеризация, она все-таки прошла, но изнутри оно медленнее полимеризуется, если очень толстая толщина, а пигмента много. Такое в импастах часто наблюдается. То вот эта нижняя часть, она когда начинает полимеризоваться, она сквозь верхнюю часть, уже сполимеризованную, вот так начинает выталкивать. И образуются такие торчуны. Это говорит о том, что было немножко толстовато все-таки, потому что Ace Base — это очень пигментированный продукт. 9 миллилитров 650, 15, 850. Короче, 650 и 850 стоят наши топы. Ace Base уже 3 раза на себе испытала, носится шикарно, большое спасибо. Да, еще раз напомню, смотрите, сейчас прошла небольшая партия. Получилось наколировать и произвести продукта только на 9 миллилитров.
И сейчас их все равно немного. Смотрите, вот дистрибьюторы уже по дистрибьюторам. Они почти всю партию уже раскупили. Вот здесь в Ростове уже на остатках есть, но ее мало осталось. Поэтому, потому что в прошлый раз было очень много расстройства. Я еще не успела ее начать рекламировать. Я тогда помню, мы сняли шикарный бэкстейджи, классные съемки были. И мне тут приходят и говорят: Катя, смотри, ничего не выкладывай, потому что она уже закончилась. И сейчас с этой партией произойдет то же самое. Ее небольшое количество. Поэтому, кто хотел давно попробовать СБ, сейчас покупайте на amyshop.ru, либо у наших дистрибьюторов на местах, потому что ее мало. Следующий приход будет только аж в середине декабря. И, надеюсь, уж придет столько, что позволит нам произвести объем и для 15 мл. Поэтому я надеюсь, что уже в декабре будут не только девятки, но и будут пятнашки. И 30. И 30. Вот Настя просит 30. Ну да, обычно, когда пятнашки производим, тогда и тридцатки. Если наносить такой лак на гнущиеся ломкие ногти, не будет сколов. Но если вы сделаете с укреплением Ace Base, тогда сколов не будет. И не забудьте нанести Ultra Bond на свободный край. Нанести дегидратант обязательно перед Ultra Bond'ом. Дизайн небольшой хочется. Ну, смотрите, девочки, я просто планирую себе наращивание. Все же собираюсь уже которую неделю сделать себе здесь огромную длину. Вот, поэтому сегодня без дизайна, потому что сейчас... Ну, я надеюсь, завтра мне Наташа Ганова либо в четверг все-таки сделает гигантскую длину. Я хочу новую коллекцию сделать. Я же, понимаете, я все жду, когда сделаю себе вот эту коллекцию. Прям жутко хочу именно вот эти шармиконы, которые идут. Короче, то, что я показывала на эфире на той неделе, я хочу такой жуткий дизайн. Именно вот с этим синим 336-м. Топ-гель после снятия дисперсия, глянец сохраняется. Да, хороший глянец. Главное осушить 2-3 минуты. Я всегда советую гель-лаковые топы прям пересушивать. Вот. Даже, возможно, не 2 минуты, а 3 минуты сушить. Да, у него хорошая будет глянцевая пленочка. Хорошо блестит. Он блестит точно так же, как Теклос. Да, вот кто-то спрашивает, может быть аллергия от обезжиривателя. Спокойно. И вот многие, кстати, думают, что у них аллергия на гель-лаки, а на самом деле у них аллергия на жидкости. Это просто сейчас повально на жидкости. На жидкости обработки поверхности, на средства дезинфекции, на средства обработки кожи, на ремуверы. Это сейчас вот повально. Думают, что на гель-лак, а на самом деле аллергия на жидкости. Катя, вы красотка, да я знаю, что я просто роскошная женщина, сама себя, ну я учу, я приучаю себя, что Катя, ты просто восхитительна. Это, знаете, как все последние мои коучи и психотерапевты выявляют у меня одну проблему, жесткое обесценивание себя и всех своих достижений. Но я учусь. Фея наша ногтевая. Ну как мне себе сказали, что я волшебница. Ногтей. И папе сегодня с вами сказала, говорю, папа, ты знаешь, что я тебя волшебная? У меня тут вот глаз третий чешется уже 2 месяца. Это, говоришь, какое-то что-то происходит здесь с моей головой, я не могу, просто вибрации идут постоянно. И мне сказали, что у меня скоро я в осознание приду. А папа мне сегодня сказал, говорит, твоя бабушка и прабабка, они были у тебя там какие-то особенные. Ведунья. Я говорю, блин, почему ты мне не рассказывала это никогда? Почему ты мне рассказала об этом в 38 лет? Видимо, раньше мне бы это было ни к чему. Почему красится Теклос на цвет, а он как бы проплешины дает? В этом случае просто нужно обезжирить дисперсионную пленку цветного гель-лака, потому что бывает дисперсия у разного цветника, она не дает Теклосу ложиться, и он как кратерами ложится. Каким топом покрывать краску? Любым. Эфир сохраню. У меня тоже Теклос проплешины дает. Просто обезжириваете цветник и кладете сверху Теклос. Если в этом случае все равно проплешины, пишите мне в директ, либо в директ Эми Official Word. Возможно, там ну, брак, например. Фотографию присылаете с задней стороны, чтобы была видна дата производства. И контроль качества, а менеджер по контролю качества, он сидит и у меня в аккаунте, и сидит в аккаунте Эми Official Word, и он смотрит, ага, что возможно вот с этой партии
что-то не так. Если действительно что-то было не так, вам пришлют бесплатно замену. Для шармикона обезжиривать... Нет, шармикон лучше приклеивать на теклос. Вот. Но перед этим цвет можно обезжирить, если будете наносить теклос. Но я это не люблю делать, смотрите. Лучше, конечно, цветник не обезжиривать. У Эми Латвия тоже эфир, там такая девочка талантливая, она там просто восхитительная, Диана, я постоянно, я говорю, Диана, вот ты как что не сделаешь, я говорю, блин, вот элементарные вещи, но оно такое какое-то гармоничное и по цвету, и по композиции, да, Диана, она просто волшебная, нужен эфир про топы. Хорошо, Настя, будешь в следующий раз проходить по Ace Base белой, да, будешь делать дизайн, и заодно возьми покрой ультрашайном, возьми покрой топом с липкостью, разные топы нанеси, вот, запиши себе, забудешь. Короче, в следующем эфире во вторник обязательно будет не только Ace Base и дизайн, но еще пройдемся по топам. Для страз финиш? Ну, да. Для страз макси-база. Стразы лучше сажать, да, на макси-базу, либо на медиум, а сверху потом тем же теклосом вот так по кругу каждый стразик основания перекрывать. Вот уже написали, макси-база очень хорошо держит стразы. Я вообще хочу, смотрите, макси-базу залить в бутылек, сделать название гелевый клей для страз. Это реально вот база, которая клеит стразы железобетонно. Я почему об этом говорю уже года полтора, но я никак эту идею не воплощу в жизнь. А надо. Теклос — это такая партия была неудачная, мне тоже такая попалась. Да, такое может быть. Смотрите, в теклосе просто есть один ингредиент, он идеально мне нужен для шармиконов, но иногда, ну это было пару раз, давал вот такой сбой, когда партия прошла контроль качества, все хорошо, а там, например, через 6 месяцев у человека там уже на месте, он как дестабилизировался, и на дисперсию гель-лака, когда ложится, вот такими дырочками ложится. Вот. Но если обезжирить поверхность, и там не будет дисперсии, то он ложится. Но не всегда. Лучше, конечно, поменять. Мы поменяем бесплатно. Цена повысилась на топы. Да, по-моему, нет, не повышалась цена на топы. Ace Base вышли дороже, а так? Сами Ace Base вышли дороже, но я вам объяснила, почему. Потому что, ну, нереально сейчас цены. Все, что мы закупаем, мы же не в долларах даже закупаем, мы закупаем все в евро. А если мы что-то в фунтах закупаем, представьте, мы закупаем в Великобритании в фунтах. Вы знаете, сколько фунт стоит? Вот я ребенка обучение оплачиваю, у меня волосы на голове шевелятся. 106 рублей фунт стоит, 104 рубля стоит фунт. Вот прикиньте, вот так закупать ингредиенты. Купила Monofas, попробовала нарастить ногти, а он оказался таким мягким. Форму снимала, я не новичок, плюнула, акригелем нарастила. Ну, смотрите, если снимали форму и оторвали, здесь, возможно, просто неаккуратно снимали. На самом деле, монофазом нормально шикарно наращивать, шикарно. Мы даже конкурсные ногти наращиваем. Мы даже конкурсные ногти, подложку из монофаза делаем. Ну, просто, видимо, слишком так тонко было, что вы, когда снимали, оторвали. Просто чуть побольше наливайте на подложку, им очень хорошо наращивать. Он хорошо держит арку, он не раскрывает арку. Просто это такое ощущение, когда он только тонко нанесен, да, он кажется, что он болтается. На самом деле он держит каркас, вы же потом все равно толщину положите. И он единственный кристально прям прозрачный, да, гель. Да, и вот Настя кристально правильно говорит, это единственный гель, который просто кристально прозрачный. Все правильно, вот Ника Аева пишет, мне кажется, теклос дает проплешины при высокой остаточной липкости цвета. Да, поэтому я очень часто говорю, просто обезжирьте цвет, потому что они цвет от цвета отличаться могут. Бывает дисперсия сухая, например, у белого и черного цвета вообще ж нет дисперсии, настолько сухая. А есть, например, цвета прям жирная дисперсия. У Тюмени еще пока есть база в наличии, супер. Ace Base будут еще оттенки? Будут.
Очень классная база, бежевый уже заканчивается. Ну вот смотрите, сейчас есть еще в наличии. Я знаю, что все, что разошлось по дистрибьюторам, это объем, он почти закончился. И осталось чуть-чуть вот здесь в Ростове сейчас. Поэтому amyshop.ru в помощь. Гель-лаки покажите. Покажу. На этой неделе я, наверное, еще сделаю обязательно эфир. Возможно, завтра по дизайнам проведу, потому что я хочу с этой коллекцией еще поработать. Новый год с ней. Новый год. А я сейчас, видели, в сторис выкладываю разные типсики, чтобы эфир не проводить. Видела, сегодня выложила. Сегодня еще не смотрела. Зайди, посмотри. Это я вчера наснимала шармиконы с цветочками. Вот эта серия украшения со снежинками белыми. Такое классное сочетание. Это я вдохновилась, я была в Ашане, покупала игрушки для елки новые. И такая думаю, блин, почему бы на ногти не совместить вот так цветочки стеклянные со снежинками? Будет такой снег добавить. Короче, идите ко мне в сторис, там прикольные мастер-классы новогодние есть. Ладно, девочки, 2 часа. Катя, вы не хотите провести предновогодний баттл? Хочу. Я об этом причем уже говорила не раз, обещала, что баттл будет, и надо его провести. Провести. Вспомнить. Завтра 1 декабря? Да. Его надо провести, получается, на следующей неделе, по-хорошему, пока пилилово не началось. Да. Позже будет поздно. А в следующий вторник, это какое число? 7-е число, да? Может быть, в следующую среду начать вести баттл? Хорошая идея для новогоднего баттла. Можно стартануть как раз в среду. В среду, в пятницу показать, потом в понедельник. Сделать 3 битвы, 3 победителя. Точно. И как раз у вас пока пилилово не началось. Так, девчонки, дальше вопросы уже не прочитала. Простите меня, пожалуйста, очень много вопросов. Все, к битве готовы? Отлично. Так, кто-нибудь, вбейте мне в кошку. Катя, проведи в следующую среду первый баттл новогодний. Хорошо. Да, сейчас надо придумать призы, какие будут. Все, ждем баттл. Все, девочки, всем хорошего настроения. Эфир выложу обязательно сегодня, либо завтра. Все, всем пока-пока. Блин, как не забыть.